Деньги быстро мне отдала? Я тебе, ты чё, бабки мне гони! Нихера ты, бацуха, бицуха! Привет! Рад видеть тебя на моем канале Тилькоплей. Я Наташа. Мы сегодня с вами играем в интернет-кафе-симулятор. Продолжаем строить наше кафе со всеми сложностями и не только сложностями. Мне что-то немножечко неудобно, сейчас я подправлюсь. Все, думаю, так вот уже более-менее. Так, продолжаем. Нагрузка. Не знаю, на что нагрузка, но, видимо, нагрузка на позвоночник, либо нагрузка на мозг. Больше здесь нагрузок никаких быть не можем. С тебя, кстати, лайк, с тебя подписочка. Вот, а это наша арабская комната. Арабская дочь. Поехали на работу. Фига. Нам надо по-любому развивать наш бизнес, чтобы никакие кончи к нам не приезжали, нас не подрывали и вот это вот все не делали. Нам нужно купить охранника. Чтобы купить охранника, нужно заработать баблишко. Баблишко заработать сложно, потому что у меня не так много чего есть. Многим клиентам не нравится, что у меня есть. Они такие противные. Останавливаться. Мы не будем останавливаться. Вперед, вперед, вперед. Поехали вниз. Мне надо на работу. Идем. Эй-гоу, эй-гоу. На работу мы идем. На работу ту. Идем, идем ту-ту-ту-ту. Ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту. Так, закроем лифт, чтобы никто не насал в наш лифт. Потому что негоже сать в наш лифт. Так, я забыла, где находится моя работа. Мое интернет... А, кстати, я вам еще обещала, то, что сегодня мы с вами сходим на фильмы для взрослых. Ну, не фильмы для взрослых, а в клуб для взрослых. О, киська, черная киська. Блин, черная кошка дорогу перебежала. Вон там другая ее подружка лежит. Они, наверное, сейчас сделают новую киську. Ладно, о, телепузик. Тинки-винки. Ля-ля. Дипси. Бо. Ну что ж, господа. Открываем наш этот гаражный кооператив. Электричество отключено. Конечно, оно отключено. Я включаю электричество. Я включаю, открываю наш магазин. Главное, чтобы все прошло гладко. Ну, быстрее грузись. Нам нужно баблишко зарабатывать. Так, открыто. Вы не... Да в смысле? Я пока буду сидеть, они будут мне тут это самое, вот это вот все делать. Так, выходим. Так, собака, стопэ, у меня есть бейсбольная бита, так что любой, кто сюда войдет, получит это сам. Так, у меня опять тут собака сдохла какая-то. Так, анонимус, а что делают, мне интересно, вот эти вот анонимусы? Потому что, ну, вы видели то, что там один делает это, другой вот это. Так, телепузик, в интернет-кафе заходи, надо тебе погуглить кое-что с ляли запрещенное. Либо с кем-нибудь там еще. Так, я подглядываю за всеми, кто заходит в мой интернет-кафе. У меня здесь там тотальный этот, как-то, контроль, фейс-контроль. Ну, что-то ко мне никто не приходит. Пацаны, ну, у меня классное интернет-кафе. Заходите, пожалуйста, чего как эти? Телепузик. Он как будто в памперсах. Вот это, наверное, это воришки. Вот это воришки, вот это спортсмен. Так, воришка, у меня, если что, бита. Может быть, я всех сбит и напугиваю? Да не, не должна. Просто, наверное, все еще спят, пока что все зашли там за кофе с утра, вот за вот этим вот всем. Вот мой первый клиент, видишь, какой на-на-на-на-на-на-на-на. Ему что-то там не нравится, но это не моя проблема. Я сейчас посмотрю, что он хочет сделать. Так, он настал мне запрос. Безграничный. Ладно. А, все, он безгранично посидел. Знаешь, за безграничный повышенная ставка вообще-то. Так, давайте попробуем здесь навонять. А, у нас нормально пахнет, все. Плохо начинает пахнуть, когда плохие люди с гранатами заходят. Так, вот ты пошел отсюда нахер. Вот ты не подходи сюда, я тебе запрещаю сюда подходить. Воришек всех вот этих бьем. А это что, Индиана Джонс? Либо ковбой. Нет, Индиана Джонс. А это этот, ну вы помните. Так, 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 пошел нахер отсюда. Пошел нахер. Я тебя, если что, уйди отсюда. Пошел, пошел, вон отсюда. Я как этот, как Цербер, блин, стою тут такая. С этой, лишь бы кому. Это что за такой гопник с моего района? Офигеть тут, конечно. Прям вот всех, это что, Влад Бумага? Какой-то дед. Там какой-то дед был, вы видали? Лол. Так.
Я смотрю за вами, вы поняли? Телепузик, я за тобой тоже наблюдаю. Инки, анонимус. Так, 1 час. А, 3 часа, ну все, работаем. Пусть там, что он там делает? Сейчас пойду подгляжу, что он там делает. Сейчас там кого-то взламывает, хакер. Я говорю, он взламывает нелегалочку. Сейчас чуть-чуть заработаем деньги, а вечерком, после рабочего дня, пойдем расслабимся в баре. Там 100 рублей вход, ну типа 100 этих долларов, но мы будем называть 100 рублей. 100 рублей с вас. А собаки не могут сюда зайти или покусать кого-нибудь? Может быть, мне купить собаку? Так, вот эти вот пацаны, вот они опасные, они опасные, они... Все просто из-за них летит к чертям. Вот их надо не пускать сюда вообще. Ну вот просто на пороге их рубить. Потому что они, во-первых, моих клиентов отрывают от всяких сеансов. И мне это не очень сильно нравится. Поэтому надо их заставить полетать-ка. Полетай. Давай, малыш, полетай. Так, женщина какая-то. Не, ну пока этот сидит там 3 часа, конечно, никто ничего не сможет сделать. Я могу только охранять. А я могу просто так людей бить? Ну вот мне чисто интересно. Наверное, могу. Но я не буду... Фига, на ножки перекрещивает. Еще и на каблуках бегает, прикинь. Вот эта спортсменка, наверное, тренируется убегать от маньяка. Блин, котов здесь и собак, конечно, мама моя. Так, по-моему, 3 часа прошло. Тебе не кажется, что ты превышаешь свои полномочия, молодой человек? 3 часа прошло, выходим. Или не прошло? Мне кажется, что 3 часа прошло. Так. Пошел отсюда. А если я его просто ударю, что произойдет? Ну, я для подстраховки, ребят. Для подстраховки. Кажется, он там теперь... Фига. А! Слушай, так я могу так со всеми. Я могу весь город перебить. Ну, давай. Так. Не курить около моего этого самого. Не, ну, наверное, это не очень хорошо. А, о. Сейчас, подожди, я и не заметила, что ты уже закончил. Спасибо. Ху, нормально, на суточку насидел. Опять собака сдохла. Так, мальчик в розовом, аккуратно. Так, анонимус. Я не знаю, чего от тебя ждать. Но ты, наверное, конченый. Лучше пусть ко мне заходит Вин Дизель. Вин Дизель. Най-най-най. Так, ладно, я жду новых клиентов. Главное, чтобы никто ничего не воровал. Заходите. Но женщина же нормальная. Запросик только сделала быстренько. Так, 1 часик. Все, чудесно. 1 часик можно. 1 часик посидите. Что-то она там ей не нравится. Что-то она там картинки смотрит и блювать хочется. Но мне негде блювать. У меня пока что... Ты что, дурак? Ты что? Ты что? Что ему не так было? Ему не понравилось, что я сбитой стою или что? У меня все под контролем. Что-то подбежал ко мне непонятный какой-то хрыч. Что ему надо было? Кто-нибудь понял? Я не поняла, если честно. Так, час уже прошел, мадам. Выходим. На выход. На выход. Давай, давай. Шуруй. Мне еще стрепушник. Стопы! Деньги отдала быстро, ты! Шмаромойка! Еба, ты что, охерела, что ли? Деньги мне отдала? Деньги быстро мне отдала? Я тебе, ты чё? Бабки мне гони! Нихера ты, бацуха, бицуха! Тихо, тихо, тихо. На тебе, нахер. Подожди, стой. На, гори! Посиди. Ёб твою мать, она меня убила. Она меня убила. Вот шмаромойка вонючая. Заплатить мне, шлюха вонючая. Заплати мне деньги, ты, овца. Где мои деньги, сучандра? Ты прикинь? Она не заплатила мне деньги. Ты прикинь? Где ты был? Овца. Рил, она не заплатила мне бабки. Господи, как меня здесь все бесят. Чё сложного? Заплати и вали отсюда нахер. Овца. Так.
Сейчас будет тебе. На 30 минут. Ну посиди 30 минут, я сейчас пойду в клуб. Нормально, меня какая-то шманда с отвисшими сиськами убила. Я тебе, скотина! Крадется он! Ты чё? Ты чё, охерел? Пошел отсюда вон! Так, ты. Деньги заплатила нахер. Овца. Тоже решил. Так, этого нахер. Пошел отсюда. Никаких мне вот это вот. Приколись. Платить не хотят. Твари. Твари, а не люди. Сколько у тебя там? 1 час. Ладно, сиди. Все, ты посиди. Плати деньги мне! Ты чё? Чё за привычку взяли не платить мне за услуги, я не поняла. Тебе чё, шею починить? Давай починю. Я буду очень агрессивна сейчас, если вы мне не будете платить деньги. Понятно? Так, телепузик, чтоб заплатила мне всю сумму, поняла? За свои тинки-винки. Кто-то тут бегает, меня это напрягает. Что кто-то тут бегает? У них тут какое-то нелегальное собрание. Так, побыстрее, давай, сиди. Мне еще в клуб надо идти. С девочками там потанцевать. Так, воришка идет. У, воришка! Ну, я ему шею зато починила, видели? Я ему до этого сломала шею, а до этого теперь починила. Кажется, ночь наступила. Пора спать, телепузик. Телепузик, все, хорош. Безгранично сидеть в интернете. Я тебя сейчас выключу свет. У овца не заплатившая. Короче, им надо прям точно в голову бить. И тогда они возвращают долг, они сразу понимают. Так. Где мои бабки? Спасибо. Выходи. Все, наше заведение закрыто. Я пошла тусить. А, подожди, стой, стой, стой. Зачем нам же Вита не нужна? Мы ее выкинем. Пойдемте. Где там были у нас девочки? Вот тут по прямой были девочки. Девочки, я иду. Фига спортсмены вообще. Спортивный город, я хочу вам сказать. Прям все занимаются. Так, девочки. Соточку на девочек потратить себе можем, да? Привет. Спасибо. Так, а как это выглядит? Я закрою? А, окей. Еба! Хардбас расколба... Ты чё тут лежишь? А чё тут лежишь? Под раковиной. Ждёшь, пока на тебя сделают золотой дождь? Ну, хочешь, я тебе сделаю золотой дождь? Ма, тут техно! Вот это надо было раньше сюда идти. Girls. Да, я вижу, там какой-то не girls совсем танцует. А чё его так колбасит? Мистер Розочка, ты под чем? Под грибами? Под чем? О май гад! О май гад! О! Оплатная приватного стриппер. Ни хрена себе. Симпатюлечка. Блондюнечка есть. Ух ты. О, арабская дочь. Ничего себе. Ну-ка. Ух ты ж, ёптыш. Ребята, специально для вас самые лучшие ракурсы только на этом канале. Поэтому ставим лайк, подписываемся. И у вас будут... Ну, тут невозможно не пойти в пляс. Простите, извините, здесь невозможно без пляски. Так, ну вот это какая-то жирноватая. Вот это вот самая такая няшечка, прямо она сисяшечка. Вот это тоже очень красивая. Но они одинаковые, Наташ. А это кто? Ты тоже или ты клиент? А, это клиентка, годка. Она не сдержалась и стала... Ёпта, да тут они все на подбор просто. Ты посмотри. Так, это клиентка. Охренеть. О, моя мама. Почти что. Нормально. Дядьки нервики какие-то. Хорошо, можно я пойду посмотрю, что там вот так? Вот там вот есть. Вот тут что? А можно к вам зайти? А, казино! Казино! А вы что, играете в покер? Можно с вами сыграть в покер? Блэкджек. Ладно, давай сыграем в блэкджек. Давай, поехали.
Я не помню, как играть в Blackjack. Там, по-моему, надо очко собрать какое-то, да? Дилер выигрывает. Я не помню. Все, спасибо. Надо вспомнить, как играть в Blackjack, хорошо? Я не помню. Так, ну давайте оплатим, что ли, приватный танец? А чё нет-то? Так, а с кем оплатить? Можно с ней, можно с вот этой. Ну пойдем. Я иду за ней, она мне сейчас покажет свои приватные танцы. Я надеюсь, она разденется, иначе какой смысл? О, как она виляет своим хвостиком. Ну пойдем. Может быть, мы с ней замутим? Так. Так, я сажусь сюда, да? Ну, это почти как в GTA. Ну и все, что ли? Ну ты там поделай что-нибудь еще. И это все? И за это я заплатила $300? Давай снимай себе что-нибудь, быстро. Раздевайся. Какое-то разочарование моей жизни. Ну что это она? Я собираю траву, я кролик или что? Я трясу хвостиком, я кролик. Что это за танцы вообще? Ты должна немного другие танцы танцевать. Ты должна показывать мне себя. Ну вот, вот это уже лучше. Но она не умеет... Ой, кажется, у нее месячные. Тогда хорошо, что она не раздевается, слушайте, если у нее месячные. Там, вон, видишь, красненькое у нее проглядывает на писе. Фу. Фу, спасибо. Это все? Божечки ты мои. А, это презервативы. А я думаю, что это за хрень, непонятно. Фу. Я сидела рядом с чужим презервативом. А можно я тоже на столе буду танцевать? Слушайте, я потратила $400 на них хера просто. Да. Ну, как развлечение было нормально. Непонятно только, что этот мужик тут лежит, но... А я всегда смогу сюда теперь заходить? О, уже утро наступило, спасибо. А, я теперь всегда могу сюда заходить? Слушай, если я могу туда теперь заходить всегда, это очень прекрасно. Кто-то письку нарисовал. Это два яичка. Два яичка, которым холодно. Они прижимаются к друг дружке. Так, ну что, пацаны? Утро доброе. Смена зовет. Так, свет у нас есть. Давайте открываем наше интернет-кафе. Новые испытания, новые приключения. Берем эту биту, если что, вышибать с тех, кто не хочет платить. У меня вообще сколько бабла? Абагаба, да. Ха! Бляха, не повезло тебе, лох. Ну, вернее, я лох, конечно. Главное, чтобы никто ничего не спер, пока я включаю эту старую херню. Тарантайку, которая там трещит, дребезжит, разваливается. Быстрее включайся. Быстрее, я сейчас ворую. А, открыт. Мы открыты, все, пацаны. Мы открыты, заходите. Заходите, мы открыты. Только сегодня нету скидок. Только сегодня все для вас. Только для вас в первый раз. Заходите в Титечка кафе. В Титечка кафе самая уютная атмосфера. Блевотно-рыготная. Под стать вам и вашим запросам. Заходите. Заходите, не стесняйтесь. Так, бомжа, иди отсюда. Я тебе не буду платить за майнинг биткоинов. Мы будем зарабатывать легальными путями. Ну что, где мои клиенты? Телепузик. Но у меня есть постоянники, чё? Постоянники тоже хорошо. Сколько ему надо? 2 часа посидеть, попердеть? Все, сиди. Сиди. Сколько денег? $16! Я все потратила на шлюпок. $3! Дорогой мой! Я все потратила на шлюпок, ты прикинь? И я даже ничего с этого не поимела. Блин, может, пора майнингом заняться, я не знаю. О, Илон Маск! О, Илон Маск, какие клиенты, нихера себе. Так, давай-ка ты надолго мне побольше бабла принеси. $19, ёб твою мать. Я такая бомжа. Я, короче, знаю, мы потом закроем наше заведение и ночью будем заниматься майнингом. Пока бомж не будет видеть. Что, еще? Продлить? Да, конечно, пожалуйста, сиди. Сиди. Мне не жалко, если тебе так сильно надо, а что ты там делаешь? Ракету программируешь? Не, на природу смотрит. Но я всегда знала, что он романтик. Мамкин романтик, папин хулиган. О,
Спасибо, Илон, хорошо посидел. Я тебя благодарю, спасибо. Лучше бы ты мне дал больше денег. Сколько? $36! Так, подождите, это не к черту. Компьютеры. Я чуть повышу. Ну, потому что это дорого. Типа, я должна получать больше денег. Что это вы мне дали за писюльку? Так, где мои клиенты? Мне нужно бабло. Ну, сегодня хотя бы пожаров нету на том, спасибо. Да, но тёлки, конечно, это такое разочарование. Заплатить $400 ради чего? Ради того, чтобы они ни хера, ничего мне даже не это, не потанцевали? Нет, ну это было интересно, конечно, но приватный танец бесполезный. Могла бы хотя бы хоть что-нибудь там интересное, чтобы я потом ее мог пригласить к себе домой, например. А чё, у меня есть дом? Я могу ее позвать с легкостью. Так, пошел нахер отсюда. Все воришки будут получать по лицу. Так, полицейский идет, а у меня тут мужик лежит. Так, запросики, да? Сколько вам чего? 30 минут, ну посидите, попердите тут. 30 минут нормально. Я буду всех тут это, бить. Кто будет меня бесить, понятно? Так что не бесите меня. Вот этот парень бежит, мне он не нравится, надо от него избавиться. Не люблю этого парня с крестиком на роже. Спасибо. Если кто-то из вот воришек или вот этих вот пойдет сюда, я ему сразу дам в пропидон. Пацаны, мне нужно бабки зарабатывать. Мне нужно купить стол для второго компьютера и для консолей. Так что заходите, пожалуйста. Так, 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 пошел нафиг отсюда. Опасный райончик, конечно, мы выбрали для работы. Но какой есть, какой нам достался, знаешь. Чем богаты, тем и рады. Где мои все клиенты, не пойму. Пора бы уже. День на дворе. Вон, смотри, какая красивая компьютерная комната. Романтика, да и только. Так, кому-то там что-то понравилось. Хорошо. Заходите, заходите. Дольше посидите, дайте мне хотя бы соточку. Так, безграничный. Ну что ж. Давай посиди безгранично. Но тебе, ты должен будешь мне потом заплатить, ты понял? А то знаю я вас вот этих вот. Сядут безгранично сидеть, а потом деньги не платят. Ничего, ничего, я выбью с вас всю дурь. Всю дурь с вас выбью. Блин, мне кажется, ли та девочка, которая вот за стеклом танцует, она была более горячей, чем те девочки, которые были в стрип-клубе. Я буду агрессивной. Ну, слава богу. Первый нормальный клиент за сегодня. Спасибо, чел. Все, мы закрыты. Мы закрыты, Наташе нужно убраться тут, прибраться, убрать за вами вот эти вот ваши топтушки на топтушки, вот эти вот чистые, вот еще, где-то еще есть. Где-то есть еще грязька, не понимаю где. А где еще грязька-то? Что, на стол встал? Ладно, плевать, так, давайте помайним. Нам надо с вами как-то попытаться. Так, это отзывы, но отзывы пока что нет смысла читать. Все херово с отзывом. Steam. Ой, могу игры покупать. О, слушай, я могу покупать игры. А есть подешевле? Когда скидки распродажи Steam будет? Начать игру. Мне надо немножечко фармить. О, и как в нее играть? Interact E. Купить. А у меня нету денег. Обновить предмет, продать предмет. Хорошо. 12-й левел. А я какой левел? Мне нужен первый, вот, второй левел. Так. Ну, они, короче, спавнятся, респавнятся. Я не уверена, что я хочу так добывать деньги. Это очень длительно. По-моему, проще, чтобы ко мне приходили люди и, ну, давали мне все, что нужно. Так, братан. Я тебя хочу продать жилье. Продать все. И чего? Не, она тупая. Денег я с этого вообще нисколько не поимела. Так, спуки. Это музыка нужна. CDM. Добро пожаловать. Всем обработки команд. Бляха. Ну зачем отключать-то электричество? Ну ёпрст, я чё, зря что ли смотрю? Я рассматриваю, значит, думаю, как мне развиваться, как мне добыть деньги. А вот что, значит, происходит. Мне нужны бабки. 130 бат. Это вот столько вирусов мне тут накачали на порнушке на своей. Вы чё, дурачки, что ли? Я против этого. Вы чё думали, а? Ты посмотри, сколько там вирусников. Нихера себе, может, у меня поэтому ничего не работает. Во прикол.
449 вирусов. Ёптить. 500, ёпта. Так, это не вирусы. Вирусы удаляются. Кошмар какой. И это все я вот работаю тут. Один-единственный, да? Купить премиум 50 рублей 5 в сутки, ага. Спасибо, у меня нету столько денег. Вы не видели, какой я бомж? Все, пусть работает. Я могу в Стиме купить игру. А где у нас в Амазон? В Амазон. Ви-ви-ви. Вот, крипто, мейл, варки коин. А, это вот оно. Скин кейс, фрутслот, каваи. Что такое каваи? Давай, давай, кристаллики, давай, кристаллики, да! Вот кристаллики, хорошо, хорошо. Так, ну-ка пойдем посмотрим, сколько могу заработать. 14, 10, 201. Как-то я мало заработала, если честно. Ща намайним, подождите. Так, каваи. Пошли в каваи, поиграем еще. Так, что это такое? Coin drop. Что это такое? Ну, чем бы дитя не тешилось? Так, что делать? Уронить. 25. Ага. Хера, нет, пошло нахер. Хит ревард. Что это такое? Надо самое дешевое выбрать и с этим играть. Бросать 40. Ага, сейчас, конечно. Игровой автомат. Прикол. Сейчас мы заработаем бабок здесь. 50. Походу, самое дешевое это вот эти вот хваталки. Вот, 15. Давай попробуем. Мне в таких штуках обычно везет. Ну, неплохо, кстати. Главное это заработать. Так, продать монету. Продавать. Продавать. 35 я заработала. Ну, слушайте, неплохо. Я думаю, что в следующей серии мы сможем купить стол. У нас уже будет 2 компьютера. Так что пока что на сегодня с вами закончим. Пишите, как вам, кстати, стрип-клуб. Мне он не очень понравился. Он меня разочаровал, потому что я от него ждала большего. Но посмотрим, что тут можно будет делать еще. Не забывайте подписываться на каналчик, поддержите меня лайком. Увидимся с вами уже очень скоро. Пока.